октября. Вот что творится на реке Чишима. Это устье реки Чишима. Река Чичимара. Но она сегодня точно Хуанхэ. Такого еще не было. Сплошная взвесь глиняная плывет. Ну вот такая вода. Она мутная, зеленовато-мутноватая. Идет сплошняком шуга. Ну, естественно, намного чище, конечно, чем была в тот период. Сегодня 9 число. Вот, а 30-го вообще какой-то ужас был. Сплошной.